Всем привет, друзья! Сегодня мы вам покажем замечательную виллу, которая находится в городе Мельбурн, штат Флорида. Стоит эта вилла 1 700 000, а точнее стоила. Ее так купили и сейчас ее не продают. Мы просто в гостях у наших друзей, докторов. Вот так вот живут доктора. Эту виллу они купили и хотят реставрировать. Сейчас мы вам покажем, что в ней внутри. Здесь акр земли приблизительно. Видите, предыдущий хозяин сделал здесь корт теннисный. Можно поиграть в теннис. Здесь 4 спальни, гараж на 2 машины. Исполнена данная вилла в средиземноморском стиле, как вы видите. Кое-что уже начали реставрировать. Эта вилла находится на побережье, и мы вам обязательно покажем этот прекрасный вид. Давайте пройдем, посмотрим. Двери деревянные. Сразу лестница, второй свет, красивые перила. Так, проходим в зал. Зал просто с шикарным видом, посмотрите, на залив, свой собственный пирс. Обратите внимание, перила кованые. На полах везде натуральный камень, травертин. Здесь у нас обеденная зона. Посмотрите, обеденная зона. С нее вы можете наблюдать как за бэк-ярдом, так и открывается прекрасный вид на залив. Проходим дальше. Это гостевая спальня. У гостевой спальни также 2 вида. Один на бэк-ярд и один просто шикарнейший вид на залив. Так, здесь у нас что? Здесь у нас гардеробная. Вот такая гардеробная. Также здесь можно выйти на балкон как с этой стороны, так и со стороны залива. Вот. Сейчас я на балконе. Такая красота. Идем дальше. Здесь у нас ванная комната, душевая, туалет. Как вы видите, здесь все в таком римском стиле. Все натуральное, все эти барельефы, лепнины. Дом построен в 96-м году и продан был за 1 700 000. Здесь вот видите, у хозяев еще не распакованная пианино имеется. Это туалет, то есть половинка без ванной, гостевой. Далее прачечная, laundry room. И здесь у нас гараж на 2 машины. Гараж на 2 машины очень большой. Посмотрите, сколько здесь вещей. Так, вот она, кухня. У кухни тоже прекрасный вид. Просто обалденный, на залив. Сейчас вам покажу кухню со всех сторон. Плитка здесь на газу.
Здесь выход на балкон. Это мы дальше посмотрим. Сейчас поднимемся на второй этаж и посмотрим, что у нас там. Вот такая вот красота. Так, здесь еще все не обжито. Еще только все будет обживаться, реставрироваться и так далее. Как я уже говорила. Так, это хозяйская спальня. Посмотрите, какая она классная, большая. Здесь тоже выход есть на балкон с этой стороны. И, конечно же, выход на балкон на залив. Вот. Вот такая вот красота. Лепота. Все скульптуры сделаны под заказ именно для этого дома. Так, идемте дальше. А это хозяйская ванная, мастер-батрум. Смотрите, какая шикарная. Вау, а это что? Это какая-то студия йоги. Нет, здесь висит одежда, оказывается. Опять же, он шикарный вид. Вот так вот лежите в джакузи и смотрите на залив. А там, кстати, мы видели дельфинчиков. Они каждый день приплывают. Даже два выхода на балкон. Все такое в зеркалах. Так, и вот здесь туалет. Так, идемте дальше. Такая вот шикарная люстра. Вот видите, какой потолок. Он был сделан тоже на заказ. Все вырезалось, расписывалось вручную именно для этого дома. То же самое надо сказать про барельефы. Это какие-то патриции и так далее. Я даже не знаю, вот подписаны все имена. Может быть, это какие-то руководители греческие, римские. В общем, идем дальше. Что тут у нас? Еще две спальни. Вот одна спальня. Это уже, можно сказать, детская спальня. Вот здесь гардероб. Ку-ку, гардероб. Двери уже нестандартные, как в обычных домах. Так, здесь у нас пока вот так вот все. Без кроватей. И вот еще одна спальня. Возможно, детская или какая хотите. Здесь у нас туалет. Уже с ванной. Туалет с ванной. И что еще? И гардеробная. Хорошая тоже гардеробная. Закрываем дверку. Так. Тут тоже хороший вид. Куды? Ага, на бэк-ярд. И залив тоже видно, кстати говоря. Здесь везде, куда ни глянь, везде хороший вид. Вот здесь уже, видите, началась реставрация. Выходим на улицу. Если бы еще было солнечно, вид был еще шикарнее. Но даже так можно понять, насколько круто, если вид на озеро или на залив, то как раз ты можешь в бассейне плескаться и видеть, что происходит в заливе. Вот такая вот моя мечта тоже, иметь такой дом. Это пирс, личный пирс. Видите, у каждого
владельца свой. Это у нас считается хаттаб. Джакузи. Сейчас она не работает. Хозяева решили переделать вот этот вот джакузи, домик, переделать в жилой. Сделать гостевой домик здесь. То есть здесь кое-какие коммуникации уже проведены. В общем, они хотят все закрыть и сделать еще одну спальню. Так, что еще хотелось? Вот, представляете, это кокос плавает. А кокос откуда? Кстати, он может вот так вот вам упасть на голову, если что. Будьте осторожнее, я тоже. Сегодня обещаю дождик, поэтому погодка такая пасмурная. Здесь, значит, у нас зона отдыха. Вот он, дом спереди. Это даже не дом, я бы сказала, это вилла. Но вы можете дать определение сами. И здесь у этой виллы акр земли. Представляете? Вот это вот все, вот это все будет реставрироваться. Так, я не помню, говорила или не говорила, здесь пока 4 спальни. Вот это вот планируется сделать 5-я спальня. Но пока что 4. И тем самым хозяева увеличат метраж и стоимость дома. Налог на этот дом 28 тысяч в год. Так что здесь налог как минимальная зарплата у некоторых людей. Ну как вообще, просто, ах, пеликаны орут, реально орут пеликаны. Хорошо.